Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру King Rivals. На самом деле должна быть серия выйти про черепашек-ниндзя, но, ребята, я ее снял, начал рендерить, и оказывается, у меня снялось всего лишь 10 минут почти часового видео. Да, оказывается, у меня закончилось место на жестком диске, я этого не углядел. Поэтому, ребята, извините, придется уже следующую серию начинать, как говорится, с середины игры. Там уже у нас лига будет пройдена вся, там у нас прапанный будет Хан, там у меня появится новый персонаж Донателло. Да, самое интересное, ребята, и коту под хвост. Я, конечно, тоже очень сильно расстроился, но ничего, к сожалению, с этим поделать не смог. Так что, ребята, сегодня серия будет посвящена King Rivals. Ну что ж, давайте открывать сундук. Один я уже открыл. Посмотрим, что нам выпадет в золотом. Так, монетки, дубины, это хорошо, дикарь и армия скелетов. Здесь, кстати, ребята, у меня тоже много чего интересненького произошло. Играл, как говорится, я за кадром, немножко развился. В общем, все будет постепенно, ребята, все увидите. Так, ну что, у нас тут тоже 27 монет, дикарь и пушечное ядро. Кстати, мы его с вами прапаем в обязательном порядке. Так, опять монетки. Ага, крестоносец и толстяк. Толстяк, кстати, очень имбовый персонаж против массовых скоплений. Так, давайте пушечное ядро. Ребята, я им офигенно пользуюсь. Оно обалденно выручает. Просто крутая штука на самом деле. Так что не стоит недооценивать его. Ну что, вроде бы у нас тут все. Больше мы ничего с вами прапать не можем. Вот такая, ребята, у меня команда. Дриада, ядро, крестоносец. Конечно же, маг, толстяк, шаман. Не стал я, ребята, убирать по вашим просьбам его из команды. Лучница и армия меченосцев. Ну что же, поехали. Нам, ребят, нужно с вами опять же все забить на 4 сундука. Воу. А, ну тут, ребята, гемы и деньги. Тут ничего такого не будет. Все. Сделали, да? Отлично. А вот звездный сундук мы с вами можем заработать. Ну что же, поехали. Я вам скажу, ребята, на мобильном аппарате в эту игру играть одно удовольствие. Ух. Так, ну что, я готов к битве. Давайте смотреть, кто у нас здесь будет против нас выеживаться. Так. Шарлин против нас, ребята, играет. Так, я жду. Ага, вызвал дриаду. Хорошо, я начну вот так, ребят. С ядра. Упс. Что такое? Ну, давай тогда сделаем вот так, наверное. Отлично. Так. То кого, как говорится, передамажит. Ну, естественно, меня. Естественно, меня. У него маг, ребята, видимо, сильнее, да? Нет, тебе не помогут эти ребята. Так что можешь не выеживаться. Так, давай-ка мы вот это вот с вами задержим. Я не хочу, ребят, чтобы он шел и атаковал мою базу. Так, а лучницу мы с вами разберем вот так вот, наверное. Попробуем. Так, хорошо. Пока идет все нормуль. Ребят, все под контролем. Все замечательно. Так, ну что, мы уже почти добрались до базы. Сейчас будем разносить с вами ворота, если у нас, конечно, это получится. Хотелось бы, чтобы получилось. Так, ты куда у меня? Кстати, я давно, ребята, вот этим вот не пользуюсь. Я как бы считаю, что он не особо хорош и не особо нужен. Вот именно этот конник. Как бы... Оу! А вот это вот, конечно, ты зря, парень. Это ты зря, парнишка. Ты смотри, что делает. Надо сносить, ребята, нам этого мага. Вот так вот мы это все сделаем с вами. Чтоб не выеживался, да? Немножко уже, ребята, я понял тактику и стратегию этой игры. Но, я вам скажу, попадаются порой герои такие, что ого. Особенно здесь недавно видел, как вам сказать, дракона. Я не знаю, из какой он, ребята, лиги. Но я ничего не смог с ним сделать. Просто ничего.
Он летел, и ему все было пофиг. Так, а вот здесь вот надо вот так сделать, ребят. Только ядро нам здесь с вами поможет. Причем довольно неплохо. Так, здесь, конечно же, придется вот так вот делать. Слушай, он достал, ребят. Нам, наверное, тоже нам придется... Так, уйди отсюда, мишник. Давай вот так вот сделаем. И попробуем с ядром. Хорошо, нормуль, нормуль все выходит пока. Мы закутываем в корни. Дальше вот здесь вот мы вызываем мага. Враг, я вам скажу, ребят, ну, действительно сильный, сильный. Давай вот так попробуем. Солидно. Что он делает? Так, по-моему, мне пора тоже, ребят, вызывать помощь. Надоело мне смотреть на него, любоваться. Так, пока нормуль. Но почему-то, смотрите, мой этот не доходит. Не успевает он просто дойти. Все, погнали. Теперь все, как говорится, в наших руках. Так, куда этот шар у нас летит? Я не понимаю. Так, дриадку надо сносить. И свою тоже вызывать. Все, ребят, мы добрались, как вы видите, до замка. Мы уже потихонечку его бомбим. Но это потихонечку всего лишь. Он сопротивляется, еще бы, конечно, сопротивляется. Надо вот этих вот снести, гаврюш, отсюда. Чтобы они там не стояли, не мешали нам. И я думаю, что будем вызывать. Вот так вот. Погнали. Что-то как-то уж там уж больно сильный расколбас идет. Мне нужно ядро. Выпускаем ядро. Так, он мне тоже, ребят, сейчас снесет. Он снес уже мне ворота почти. Давай, 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 давай. Так, я, ребят, начинаю атаковать базу. Именно ядром. Именно ядром. Сейчас, если еще будет у меня ядро на откате, естественно, я его в первую очередь, ребята, буду отправлять. Оно у меня уже готово. Вот, сейчас я его туда заброшу. Как раз вот с таким вот повреждением. Так, лучники. Пошли, 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 родные мои. Мага вызовем. Он сопротивляется, конечно, сопротивляется, ребят. Я не могу понять, у него что ли база крепче? Или как это вообще может быть? Не могу просто понять. Так. Ну, давай, давай, там осталось совсем немножко. Ребят, совсем чуть-чуть, ну, есть. Ну что, ребятули, как вы видите, победа за нами. Шарлин проиграла, и мы с вами заработали серебряный сундук. Естественно, естественно, мы сразу же отправляемся на следующий бой. Ну вот, видите, да, тактика какая была, стратегия. Кто-то скажет, что это удача, ничего подобного, ребят. На самом деле все продумано, и именно такая команда, которая вот у меня есть, только ей я могу рулить. Так, и у нас причем довольно неплохо денег. По-моему, при 5000 я смогу раскачать скилл своим бойцам. Но это все будет потом. А пока у нас еще одно сражение. Лишь бы не попался такой персонаж, у которого такие вот юниты специфические. Ребят, я таких не видел, вот серьезно вам говорю. Но они жгут просто безбожно. Так, Керсон или Корсун. В общем, вот с таким вот пареньком. Кстати, я, ребята, в лиге трехзвездочной, а нам дают двухзвездочную лигу. Так, поехали. Упс, упс. Нормуль, нормуль, нормуль. Выстоим, выстоим, должны выстоять. Опять, что у них за мода вот этот вот? Он меня немножко смущает. Да-да-да, вот этот вот, ребята, дирижаблик, так скажем.
Его атакуют только вот такие вот цели, точнее юниты, которые могут стрелять. Наземники ничего не могут сделать. Так, дриада. Мне нужно ядро, ребят. Мне нужно ядро. Погоди-ка. Давай мы... Нет, пускай вот так вот, а мы вот сюда вот пойдем. И он опять, да? Он опять за свое. Он опять, блин, за свое, а? Ядро куда-то пустил не туда. Ладно. В принципе, мне это только на руку. Опять идет лучница. Слушай, ну я здесь что-то, ребята, проигрываю, если посмотреть хорошенечко. И мне это не нравится. Упс. Так, кто против этого хламона? Я так и не понял, кто, ребята, против него очень хорош. Ну, попробуем вот так вот. И все это дело ядром попробуем забомбашить. Ну, отлично. По крайней мере, у него больше этого охламона нету. Что-то он меня здесь прессует, если честно. Дай ну! Эй! Давай так попробуем. Хорошо, отлично. Слушай, магичка, ты достал уже на самом деле. Так, дирижаблик. Можно мага попробовать, ребят. Так, ладно, я понял. Слушай, пора, наверное, и мне вызывать уже этих ребят. Достал он уже, серьезно. Так, давай этого мага сносить. Вражеского, я имею в виду. Сюда ядро, естественно. Так, погнали. Нифига у него волна. Ты видел, куда он снес? Так, там шаманка, да? Шаманку мы снесем вместе с лучником. Пускай он что сейчас хочет, то и делает, ребят. Так, должны, ребята, мы прожать его здесь. Я сейчас еще одного, ребята, вызову. Так, нормуль. Фига он сносит. Офигеть просто. Так, мне надо, наверное, здесь... Я вызову, ребята, мага. Вызываем мага и... Да, наверное, больше здесь никого и не надо. На всякий случай ядро еще брошу сюда. Не пригодилось. Ну что же, ну тут, да, серьезно, вы видели, да, как он шел. Практически я думал, сейчас мне хана будет. Но... Где-то с середины игры у нас все поменялось. Опа, меня вернули, ребята, в трехзвездочную бронзу. Я, правда, честно говоря, не помню, чтобы я проигрывал. И... А, это новая арена. Ты посмотри, ребята, кто тут? Карты разблокированы. Вот он, ребята, этот. Это значит новая карта. Вот, вот этот вот чувачок, это просто жесть. Нифига тут картишки, я вам скажу. Так, четвертая арена будет впереди. Слушайте, но я могу сказать вам одно. Для меня эта карта новая. Стопудово здесь будут уже такие супер-пупер юниты. Так что, ребята, не обессудьте. Что это такое? Специальное предложение завершится. Сколько? 599 рублей за 600 рублей? Да вы что, ребята, совсем звезданулись. Не буду я ничего покупать. Не хочу и не буду, ребят. Легендарный сундук, ты представляешь, да? 9 легендарных карт. Всего лишь 9 легендарных карт. А, кстати, 9500. Можно купить за 9500? Точно? Слушай, ну это офигеть, сколько мне копить.
У меня всего лишь, да, 200, ребята, 252 гема. Эх, печалька, печалечка. Ладно, я уже, ребят, готов духовно к тому, что нас будет сейчас поджидать впереди. Будет просто, наверное, расколбас полнейший, новые юниты, ребята. В общем, сейчас все мы это увидим с вами. Ну а пока готовимся к битве. Я сразу определю, выиграю я здесь или проиграю. Сразу, как только увижу юнитов. Угу. Ну ладно, предположим. О-о-о-о! Такого, ребят, я еще не видел. Серьезно вам скажу. Чё? Ты посмотри, что он творит. О, ребятулечки. Здоровый падла. Толстый, жирный. Просто непробиваемый. А-а-а! Жесть. Да, наверное, тут нам придется, ребят, с вами проиграть. Ну, просто офигеть. Ага. Копейщики вышли. Против копейщиков вот так вот только, ребят, надо действовать. Опять этот говнюк. Он меня сейчас так и будет, да, ребята, спамить. Вот охламонище, а. Слушай, дай-ка я попробую, как... Оу! Ребята, у него все юниты из вот этого вот как раз... Из новой арены. Я же вижу прекрасно. Так, у него уже второй уровень получен. Давай вот так вот сделаем. Опс! Что он там? Подожди, откуда... А, это в новой карте, ребята. В новой карте я могу вызвать вот этого вот дракона костяного. Хорошо, давай посмотрим. У меня уже все, ворота, ребят, снесли. Обалдеть. Нет, я, конечно, уже ничему не удивляюсь, но всему должен быть предел. Донатеры, блин, покупают, ребята, карты. Я больше уверен, что он купил, он их не заработал. Хотя, кто его знает, может быть, он и заработал. Ведь может же быть такое. Сейчас я, ребята, я хочу выпустить, посмотреть, что это у нас за вот этот вот. Нате, гаденыши. Так, смотрим, кто кого тут у нас сможет победить. Так, ну мой дракон. О, костяной его этого валят. Валят, ребята, причем вообще элементарно. Так, вызываем, вызываем, вызываем. Лучниками, я не знаю. Пытаюсь сдержать, ребят, тут оборону, но у меня что-то не получается как-то. Так, вроде бы... Оу, вызвал, вызвал, блин. Так, 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 этот, конечно, хмырич... хмыреныш очень силен. Ну, давай, 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 разносим, 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 разносим их. Опять он вызвал этого амбала. Ты смотри, что творится, а? Просто ужасы! Какие-то... Опять аж душа, ребят, в пятках. Такой азарт, офигеть. Давненько, давненько я такого не испытывал. Вот серьезно вам говорю. Так, потихонечку мы уже бомбим. Но это лишь потихонечку. У него, знаешь, что, скорее всего, ребят? Знаете, в чем у него проблема? У него дорогие юниты. Может быть. Может быть, а может быть и нет. Так,
переросло все это куда-то не в ту, ребят, стезю. Посмотрите, что тут происходит. Давай, 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 давай. Давай вот этого, ребят. Выставим сюда. Ядро. Мне поможет только ядро здесь. Или не поможет ни хрена. Да откуда у него два-то этих здоровяка, ё-моё. Давай пытаться, я уже не знаю, что тут делать. Как тут быть. Все, хана, по-моему, базе моей, ребят. Разнесут сейчас ее в хлам. Смотри, я не могу ничего сделать, просто. Просто не справляемся. Ух, кое-как. С горем пополам вроде бы, да? Пробились. Погнали. Опять он то свою здоровяка вызвал. Тут, как говорится, только у меня здоровья-то там нету. У него нет ядра, ребят. Если бы он сейчас запулил бы туда ядро... Мне бы, скорее всего, хана бы сейчас наступила бы. Блин, я не знаю, что делать. Как тут быть? Конник у него какой-то чересчур уж уберный. Он за счет конника как-то здесь выигрывает. Я не могу понять, как. Так, 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 давай, давай, дракона. Тут слишком дохрена. Слишком дохрена врагов, ребят. И опять, да? И опять все ко мне. Ну! Погнали. Оу, нет, 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 нет. Ну, ребят, я старался как мог. Вот серьезно говорю. Но вот этот вот юнит, который у него есть, но вот этот вот тамбал, он мне достал. И слишком у него мощный конник какой-то. Ладно. Будем, ребят, стараться, стараться. Но... Конечно, хорошо, когда у тебя есть какие-то новые юниты. Причем он их выкладывал и выкладывал. Видимо, он... Дешево стоит. Он похож на того нашего амбала, который пробивает только стены. Так, Хейнрин. Ну, я держался, я держался. Воу, ребята. Вот этот чувачок. Вот он, этот дракоша. Я не знаю, как у нас получится с ним. Вот серьезно вам скажу, я не знаю. Да ты смотри, что происходит, а? Воу-воу-воу, ты видел, что он творит? Он жарит, блин. Давай попробуем вот так. Да ну, тут... Ребят, ну юниты пошли уже совсем... Совсем имбовые. У меня нет таких. Если бы хотя бы были бы... Пускай даже не раскачанные. То да. Сразу снесли ворота, ты представляешь? Как вот играть? Хрен его знает. Конечно, это вот зря он сделал. Подставил всех под выстрел. Пш, глупо. И конница. Опять же конница, ребят. Давай-ка вот так вот сделаем. О, что ж так долго откат-то идет у меня? Ёлки-палки, а. Вообще моментально. Не могу, ребят, не могу справиться. У него новые юниты. Или у меня слишком слабые. Будем пытаться. Пока нам что-то... Блин, меня еще и в арене понизили. Все равно два сундучка. Я свои заработаю. А может быть, с одной стороны, хорошо, что тебя сбрасывают пониже, потому что у тебя есть возможность набить сундуки и потом, как говорится, вырваться. Но здесь...
Трехзвездочный, да? Хорошо. Здесь я как в своей стезе, ребята. Здесь одинаковые юниты у нас будут, так что... А, видите, кто вышел у нас тут? Вышел погремуха. Начнем, наверное, мы с вами вот так вот. Так, и теперь выпускаем ядро. Так, давай, колбасим, ребята, колбасим этого крестоносца. Справились. Пумс, замечательно. Два лучника, пускай стреляют, ребят. Конник. Вышел, ребята, конник здесь. Давай так попробуем перехватить его. Ага, нормуль. Так, я попробую, ребят, вызвать шамана. Может быть, он нам как-то поможет здесь. Шаманчик. Шаман справился со своей задачей. Слушай, ну они, смотрите, не очень любят брать ядра. Вы заметили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, тоже взять вот эту вот армию скелетов? Их тут слишком много. Их слишком много, и как бы они довольно неплохо отвлекают. Можно, в принципе, ребят, посмотреть это все дело. Так, что у нас тут идет? Это чушь идет ко мне, да? Давай, ребята, вот так вот. Да, противостоять этой гадости, конечно, очень тяжело. Ух, опять бежит. Опа, 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 опачки. Нужен срочно маг здесь. Маг, жги всех. Отлично. Он жжет. Он жжет. Так. Ребят, ядро надо. Срочно ядро запускаем. Да, без ядра бы, я не знаю, ребят, как бы вообще, честно говоря, играл бы здесь. Вот серьезно скажу. Так, хорошо, предположим. Шамана уничтожил, такой радостный сразу. Шамана убил. Маг хорош, когда, ребят, он прикрыт какими-то, вот. О, вот здесь вот, здесь будет плохо. Отлично, давай тогда я тоже. А почему мой-то? Да чтоб тебя, а. Погнали. Давай, мечник, выходи. Так, ядро, ядро. Да. Эти говнюки очень хорошо мешаются. Скелеты, я думаю, ребят, наверное, я возьму вместо мечников, которые вот у меня есть, маленькие, да, возьму, наверное, все-таки армию вот этих вот скелетов. Мне кажется, от них будет больше толку. Да, ну проверить, по крайней мере, не помешает. Давай вот это вот все тут сносить к нафиг. Ух. Ладно, запускаем. Давай вот так вот. Все, ребята, на массовые атаки у нас пойдет. Да чтоб тебя. Погнали. Так, ну-ка. Победим, не победим, я даже не знаю. И вот эти вот дубины, вы заметили, да? В моде нынче, блин. Их берут и берут, и берут, и берут. Может быть, тоже взять? Хрен его знает. Лучников здесь нет, вот что я заметил. А что он там довольный такой? Ну, давай, давай, посмотрим. Радуется, значит, да? Так, посмотрим. Давай сюда дриадочку вызовем. Лучника. И ядро запустим. Ну
Ну, вроде бы, ребят, по красоте идем пока. Ну, снесем или нет? Да. Блин, офигеть. Ну, тут, по крайней мере, на равных... О, золотой сундук, это отлично. Золотые сундуки я обожаю. Ух, ребятули, вот так вот. Вот такие вот забористые у нас бои. Наконец-то я опять вернулся, но это... С одной стороны, опять же, ребят, плохо, с другой стороны, хорошо. Я вернулся, да, сюда. Смотри, я еще не видел, смотри-ка, вот этого вот юнита не видел. И вот этого. И давайте, кстати, что я и хотел. О, сундук, ребята, у нас тут. 4 карты, давай посмотрим, какие. Так, деньги. Толстяк. Блин, дикарь, меня дикарь этот достал, вот серьезно вам говорю. Потому что он мне чаще всего выпадает. А он мне нафиг бы не сдался, если честно. Так, ну давай. Волну и вот это, ребята, я обновляю лишь из-за того, чтобы получить нам следующий уровень. Вот этот вот, 5-й. Так, смотрите, значит, у нас есть с вами армия скелетов. Армия скелетов уровня 2. Но у меня 5 уровня. Но я думаю, что, наверное, ребят... И стоят они, кстати, 3 манны. Данные. Вот так вот они выглядят. Я думаю, что все-таки я возьму их. Я возьму их и использовать буду вот здесь вот. Если нам не понравится, да, мы с вами в любую секунду сможем обменять. Вот я, знаешь, что думаю? Может быть, все-таки вместо шамана взять нашего стрелка? Или вот этого вот? Блин, заманчиво все это, да? Вместо шамана. Черт, я не знаю. Ладно, давай попробуем. Нам всего лишь осталось один сундук, ребят, заработать. И будем, как говорится, закругляться. Поехали. Скелетики, скелетики. Посмотрим, насколько они хороши. Но здесь, скорее всего, меня опять, ребята, сейчас отдубасят по полной программе. Потому что тут новые юниты. И вы сами прекрасно понимаете, что меня здесь расколбасят сейчас. Причем, да, я где-то летом, а с этой стороны зима. Давай, наверное, запустим вот сюда. Бум. По красоте, да, началось. Иди, иди сюда. Так. Блин. Да ну завязывай ты уже. Что-то мне не нравится, ребят, как у него маг жарит. Что-то уж как-то чересчур. Надо проверить своего мага. Давай вызовем и посмотрим. Да куда ты, блин, пока... Она у него бомбит, моя еще не вышла. Капец. Все, опять моей базе, ребят, хана. Точнее, воротам моим хана. Так, ладно, погнали. Так, а посмотреть, как вот справляется армия вот с этими вот... У-у-у, скелетики! Ну вы что-то вообще жидко. Так, он уже офигел, смотри, ребят. Что тут происходит? Я не знаю, я не могу, просто не могу справиться и все. У него тут прокачка, что ли, охренеть какая, или как это? Я не знаю, за 5 секунд просто ушатал. Вот так вот, ну что же, давай следующий бой. Попробуем. Слушай, я нафиг, ребята, уберу этих скелетов, они мне не понравились. Как-то они слабенькие, даже если брать мечников, они намного лучше. Так, подожди, сражение, где у нас? Вот здесь вот, да? Меняется колода. И, а можно взять дубинок. Кстати, давай попробуем дубинок взять. Вот таким макаром. Блин, или все-таки все-таки бечников, я не знаю. Я не знаю. Давай так попробуем. Дубинушки тоже 5 уровня. Все, поехали, короче. Блин, один сундук дадут мне сегодня заработать один сундук. Потом мы с вами подождем определенное время. Я больше чем уверен, что в тех сундуках, может быть даже золотого, нам выпадет опять же новый юнит. Мне бы парочку новых юнитов. Я еще не всех героев со второй арены достал, как меня уже кидают в третью. Так, ага. Летят гов... Нет, я не буду, ребят, тратить. Давай вот так вот. Ага, отлично. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Вот так вот мы сделаем. Упс. Пардончи.
Так, дриадка, да, значит? Дриадка будет у меня вот здесь вот стоять. Так, 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 так. Блин, дирижабль. Дирижабль, ага. Давай попробуем вот так вот. Нормуль. А все гуд. Так, давай, 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 иди. Блин, елки-палки, это шкодник. Подставился, ребят, сейчас только что я подставился. Слушай, не знаю, может быть взять его, этого конника. Я его убрал в свое время, ну вы помните, да? И теперь вот хрен его знает, нужен он мне, не нужен. Как бы ничего плохого-то, в принципе, я не вижу в нем. Но он стоит 5 маны. Представляешь, 5 маны он стоит. Недешевый такой юнит. Так, ну давай посмотрим, если мы сделаем вот так вот. Не хочу я пока отправлять. Ага. Вот так вот, ладно, мы тоже тогда так же сделаем. Тут уже, как говорится, кто кого. У него там стрелки, все дела, да? Ну давай, ядро, ё-моё, что ты? Мой выжил, да, все-таки? Мой выжил. Но мне от этого, почему-то, ни холодно, ни жарко. Давай, 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 давай. Конник! Друидка! Заматывай его в корни. Этого гаврюшу. Погнали дальше. Этот не добежит. Так, путы. Где мои, блин, путы? Путы, шалопуты. Замечательно, погнали. Блин, я до сих пор не могу, ребят, ворота пробить. Представляешь? Все вокруг да около колопушусь. И никак не получается. Так, ну. Куда ты разогнался, а? Шелупень. Так, дай-ка я вот здесь вот нафиг накажу. Так, он второго мага вызвал, да? Сносим нафиг этого второго мага тоже. Черт, ребят, я ее ядра все потратил. Давай так сделаем. И вот так вот. Так, моя лучница там занимается этим всем делом. Давай крестоносца вызовем. И ядро, ребят. Погнали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не даем, не даем пройти. Офигеть, у нас тут бой. Просто насмерть какой-то бой идет. Каждый хочет пробить вражеские ворота. Шар очень хорошо, ребята, отвлекает. Я вот смотрю. Он пока летит, мои на него переключаются. Но... надеюсь, сейчас-то все хорошо пройдет. Или опять какая-нибудь заваруха будет. Давай, 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 ребята. Тут дрядка, она достала. Да чтоб тебя, блин, опять они прорвались. Давай вот так вот сделаем. Ух, не получилось. Тогда вот так вот сделаем. В кучу прям в эту. Всех смели. Так, полетели, полетели. Ребят, у меня тут уже вся эта забита боссами. Погнали.
Буду сейчас чисто ими играть. И бамс! Злится. Отлично, ребята. Все. У меня, как говорится, нет слов. Но здесь бой был честный, потому что у нас одинаковые юниты, и как бы все отлично. Но конник меня вот уже, ребята, интересует. Опять меня вернули. Фух, ну согласитесь, что очень и очень сложно. Раньше было все изи, сейчас нет. Тем более, скоро пятый, ребята, уровень. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду закругляться. Будем как-то с вами улучшаться и давать люлей тем самым извергам, которые нас сегодня, ребята, наказывали на новой арене. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.